Так, покажу вам сейчас племенного козленка. С хорошей родословной, да, у нас родословная офигенная. Бабушка, значит, у нас доит сейчас вот 3 литра, 2 года ей. Должна будет раздоиться больше, мы надеемся, все-таки как на ферме покупали, раздоиться. Да, молодая еще. Это, значит, экземпляр ее внучка. Дочка у нас сдохла от пареза. Не знали, что это такое. И поздно обратились к врачу. Вот, сиротка наша маленькая выросла. Вот, мамка у нас была офигенная. Если бы не сдохла, было молока у нас. Тут заливные луга. Мне сейчас пока столько никто не доил. 1,5 литра доила в раз. В раз. Очень маленькая такая козочка была. Вот. И вот этот папа у нас, купили за 15 тысяч вот такого козленка на ферме. Это у нас папаня, да. То есть у нас гены хорошие. Лайки.